Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Убейте все звездочку. Иди сюда, трэш. Иди туда, сейчас вот болтар еще пьет. Археол, каски, давай, ретрик, кулаки, холипал, кресты. Стоит стол, уберите, хавайте, рыбку хавайте. Уберите коня, поставьте прото, защиту от огня. Че пол рейда, блядь, стоит в другом месте, сука? Ну как бы подожди, естественно. Ну давайте добейте страшно. Все, пошли быстрее. Свет.
подсказку магам дать. Сцепление снимается, не бывает скандал. Снимайте. Метки смотрим, выносим с рейда. Вынести все с рейда метки. Метки смотрим, выносим. Вынесли метки. Отвой до отошли от танка. У кого есть танк еще? Спекайтесь. ДК, у кого есть танк? Айсфриц, спекайся в танка. Питкин, сколько у тебя там в танке ГСа? Пыткин, сколько у тебя в танке ГСа? Ну, давайте, кидайте рол, кто из вас будет спекаться. Ну все, и Фриц, походу, проиграл, бля. Давай, спекайся тогда. На крель нет, ты в холли-пале будешь на крель. Давай, спекайся, Айс Фриц. Что? А. Сука, Питкин спикай. Блять, надеюсь, Войт писал это на мужик. Все, спекнулись, давайте, чек на пул. Все, все готовы, давай, начинай. Не стойте под мордой босса, пожалуйста. Ведите танки так, чтобы вас можно было захилить, не разбегайтесь далеко по всей площадке. Давай, Роксгуд начинает, ты кулуешь первую копию. Копия сейчас будет готовиться. Давай, лови. Не лезьте под морду, ребята. Давайте сейчас будет разделение. Танки прожимайтесь. Прожимание не забили нас БДК. Двое сильнее страдания. Удохните, блядь.
Давайте оверхилим танков. Блять, словите копию, ёб твою мать, блять, добивайте. Ну, блядь, 50 000, сука. Давай, маг, там кайте, кайте. Сука, 28 000, пиздец, бля. Стали, полетели. Как там БДК умер? Пол рейда сразу убило, блядь. Там 50 с лишним стаков было. Они что, сорвали с тебя или что, я не понял? Давайте фулбафтом хаваем. Все, все готовы, давайте начинаем. Только нормально, пожалуйста, делайте все. Дайте каску по крестам. Под мордой не стойте. Разделение сейчас будет готов. Лови БДК копию. Бьем все основную сначала. Звездочку бьем все. Сейчас будет разделение, танки прожимайте. БДК упал. Поднимайте БДК. Блядь, да вы гоните, сука. Падайте. Шаман, блядь, вот я не понимаю. Малая волна исцеления. Щит земли, блядь, на втором месте. Цепное на третьем. Где, блядь, волна? Нюгаутин, блядь, ты это, ну, как это все чувствуешь? Я зайду. Давай, Паша, заходи, блядь, за хиланами. Пиздец, ты что, хилить не умеешь? Мюгаутер, ты слышишь, блядь? Ну, что не надо назначать? Все и так должны все хилить нормально. Ставьте мамонты ринджис. Лагает, а?
Ребятки, поставьте мамонта. Пожалуйста. Спасибо. У меня есть что тебе предложить. Мегаутер, ты слышишь меня, шаман, бля? Кусани, подай вид, или я тебя кикну сейчас, блядь. Не хиль малой волной, волна исцеления, блядь, цепуха, волна, все, что ты какой-то маленький, тебя видел, ты что, ты вообще хилишь? Вот, это пиздец, щит земли на втором месте. Ой, или быстрена, да, топ-тема. Удали с панели, блядь, малую волну. Все, давайте по позициям. Не стойте под мордой. Приз баф дай. Это баф дайте. Все, начинай, Балика. Ну, Слава, начинай. Цирк приехал. Разделение скоро будет, готовы. Двое сильнее страдания. Давайте, под мордой не стоим. БДК танки, но не разбегайтесь далеко. Разделение танков, прожмитесь. Двое сильнее страдания. Слишком далеко. Все, захиливаем танка. У нас минус один хит, если нормально. Спасибо. Давайте там в танках не оставайтесь, там потанчите трэш. Там распределите, кто там слева, справа будет, там, на ваше усмотрение. Мерла, вставай, там ресницы. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы... Сейчас все забегут и начнем. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный царь. Но, боюсь, тут замешано и другое общество. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить.
Я на приста ухожу. На кто хилить будет, да? На ты хочешь на цулы? Рубиновое святилище пало. А, окей, я на криле, я понял. Только просьба будет, пусть кто-то другой диспелит, потому что я не уверен, что успевать буду. Как двойник? А, ты Тенкриэль, да? Да. Ну я могу, в принципе, на шамана зайти и похилить, и подиспелить. Буду. Я сейчас кто-нибудь подиспелит. Я просто давно не играл, скажем так, за счет этого переживаю. Угу, я понял. Сейчас секунду пальцы раскидаю. Давайте, смотрите на свои пати. Первая, вторая, это тьма. Анакриэль хилит свет. Умерла. Так, у вас есть у шаманов? Есть кто-нибудь теперь ДД там? Не, умерла, лучше ты будь хилее. Нуга. Короче, давайте, три хила тогда во тьму идут. Мегартер, друид и умерла. Идите во тьму, на криле соло свет. Свету кто может подиспелить, присаните? Кто свету подиспелит? Го, давай, диспели, окей, без Б. Все, отлично. Давайте, чек на пул. Войд начинает на пулу на Войда. Пока Войд не спулил. Все, давайте, погнали. Милики ушли с-под босса. Стали в звездочку. Давай, ВВ нанеси. К хвосту ближе. Мессеры перебежали. Давайте, все в звездочку встали опять. Тиву кошку неси, укомикуйся. Сам себя здесь строй. Давайте, перебежали метеор. Так, Войд зашел. Рей, давайте, заходим. Становимся в звездочку. Маги, раскидываем МК. К хвосту, а не вперед, метка. Лук. Если двигаемся. Лезвие, будьте внимательны. Я есть свет, и я есть тьма. Фаза. Давайте, выходим к звездочке. Войд провернул, молодец, красавчик, выходим. Давай, маг, неси метку, диспель себя сам ее. Восьмые питки наносить тоже метку. Метео перебежали. Филипец, неси метку.
Умерла метку. Лезвие, смотрите, осторожно. Реальность, мисс реальность, осторожнее, ёпт. Давайте, свету. Восьми, давайте, рост. Лезвие, осторожно. Пижон, выноси метку. Пробуй вынести. Подметер, перебежали. Давайте, перебежали, добиваем. Все, отлично. Давайте чешку рули. ГЦ чешкой. Что, никому не надо? Еще я на милика. На ретрика, на ДК. Может, не знаю. На кота силовая писал. Да. Запы РДДшные.